Ребята, всем привет! Сегодня расскажу вам о предварительных изменениях новой еженедельной под индексом 9.5.16. Разработчики в очередной раз подчеркивают, что ведется работа над оптимизацией системы и устранением багов. Как обычно, по изменениям очень мало. Ну а в самой прошивке завтра, надеюсь, для всех телефонов выйдет сразу она, я думаю, будет чуть больше нововведений. Итак, в разделе «Отпечаток пальца» получаем оптимизацию скорости разблокировки с помощью того же пальца. В комментариях часто замечал жалобы пользователей на эту проблему, и вот разработчики, обработав все необходимые отчеты и пожелания от пользователей, решили устранить этот недочет. А в разделе «Питание и производительность» исправлена ошибка, из-за которой значок аккумулятора и заряда отображал аномалии, а также исправлена ошибка, из-за которой запрос пароля на экране блокировки был неполным в ландшафтном режиме. Хотя странно, почему последний пункт отнесли именно к питанию. Но как бы там ни было, ждем завтра, чтобы получить новое свежее еженедельное обновление. А в комментариях напишите, чего вы ждете в будущих обновлениях оболочки MIUI. Всю самую свежую и актуальную информацию вы всегда сможете найти в нашей группе ВКонтакте. Живое общение, помощь по различным вопросам и новости из мира IT – все это находится там. Переходите и подписывайтесь, ссылка в описании. На этой приятной ноте видео подошло к концу. Поддержите его лайком, подпиской на канал и, конечно же, нажимайте на колокольчик. Сегодня с вами был Илья, и всем до новых встреч!